Привет, дорогие мои! Сегодня мы погуляем по модному токийскому району Шибуя и посмотрим, как одеваются самые модные токийцы. А еще мы посмотрим на парад антимасочников и антиваксеров. Погнали! Hello, my friends! Just we will walk to a very, very fashionable district of Tokyo, Shibuya. And we look what wears very fashion Japanese people. And we will look parade of anti-maskers and anti-vaxxers. Let's go! Как вы видите, гуляя по модному району Токио, мы можем увидеть людей, одетых как в стиле casual, то есть в повседневном стиле, так и косплееров, и людей в парных образах, и в семейных образах. А еще здесь можно увидеть людей, которые гуляют по городу с большими чемоданами. И это не путешественники, это те люди, которые шопятся. И еще мы можем увидеть людей, которые одеты в национальные японские одежды. Привет, друзья мои! Сегодня мы гуляем по модному району Токио, Шибуя.
вот сейчас, после девушек в национальных одеждах, мы видим их, героев дня, антимасочников и антиваксеров в сопровождении полиции. And just we can look main heroes of this day. This is anti-maskers and anti-vaxxers, which going with support of police. От этих митингующих людей мы можем услышать, что они против вакцинации, против ношения масок. Они призывают сохранить здоровье детей и не ставить детям прививки. Еще они призывают к сотрудничеству с ними. From these people we can hear that they are against vaccination, against wearing mask. They are talking to need to keep children's health and don't vaccinate children. They also call for cooperation with them. Вот такой бравенький и позитивный лидер-вдохновитель у движения антимасочников и антиваксеров. Here we look where is such brave and positive leader and inspire of this movement against masks and vaccination. В Японии митинги проходят санкционированно, то есть согласованно со специальными органами власти. Естественно, эти митинги сопровождает полиция, и обязательно за демонстрантами следует специальный автобус для тех, кто все-таки нарушит общественный порядок. Like all agreed with government events, this parade comes with police escort. And after the demonstrator comes a special bus, which is for people who is violate public safety. The demonstration was peaceful, and life in the Shibuya area goes in the same rhythm. Демонстрация прошла мирно, и жизнь в районе Шибуя продолжается в том же ритме. И на этом позитивном моменте я завершаю мое видео. Всем пока-пока, обнимашки. And on this positive moment, I'm finishing my video.
Everybody, bye-bye. Hug to everybody. See you next video. Ту-ту-ту-ру-тум. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-тум. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру-тум.